Терроризм – это совершение взрывов, пожаров или других действий, а именно террористических актов, представляющих угрозу жизни людей, нанесение ущерба их здоровью, причинение значительного имущественного ущерба или возникновение других общественно опасных последствий с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями, а также угрозы совершения подобных действий с этой же целью. На основании статьи 214.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики совершение террористических актов наказывается лишением свободы сроком от 10 до 14 лет. Слово «террор» означает страх, ужас. Террористические действия направлены на то, чтобы вызвать у населения чувство паники и беспомощности под влиянием организованного и жестокого насилия со стороны террористов. Субъектом данного преступления может быть физическое лицо, достигшее до совершения преступления 14-летнего возраста, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Финансирование терроризма, умышленное накопление или передача денежных средств или другого имущества для финансирования террориста или террористической группы в целях совершения терроризма, публичных призывов к терроризму, проведение учений с целью терроризма, захвата заложников, организации преступного сообщества или преступной организации. На основании статьи 214 прим. Уголовного кодекса Азербайджанской Республики финансирование терроризма является преступлением и карается лишением свободы сроком от 10 до 14 лет. Субъектом данного преступления может быть физическое лицо, достигшее до совершения преступления 16-летнего возраста, а также иностранные граждане и лица без гражданства. В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, финансирование терроризма является преступлением, и государства-участники этой конвенции осуществляют правовое сотрудничество в этой области. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает всех лиц, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, об уголовной ответственности за терроризм и финансирование терроризма и рекомендует избегать совершения подобных действий.